Два человека было, а ее вывели на улицу, потом она скорой умер. Скорой помощи умер. Взрыв, все, упало все на меня и на жену. Вот, я сначала сам выбрался из-под завала. Ушибы там туда-сюда. Потом жену вытащил. Спустился через крышу соседнего гаража. Потом принял жену. Посадил ее там возле этого самого. Ей помогли там соседи на стул. Потом ближе к забору, а ей хуже. Все время хуже. Начало сознание терять. Когда скорая приехала, наверное, минут через 20, она уже без сознания была. Начали реанимировать, делать там действия. Все прочее, но не спасибо. Она только перенесла онкологию, организм ослабленный, и сердце давление упало, и говорят, ничего не смогли.